Осталось совсем немного. Несколько заключительных слов в течение часа. Вот. Сейчас вот та часть программы, когда нужно сказать последнюю проповедь. И я понимаю, что с одной стороны где-то это сложно сделать, потому что вы, наверное, немножко уже устали и слишком уже много было чего сказано. Не хочу, чтобы это выглядело, как будто вы уже все сказали, но еще не все сказали. Так вот, и поэтому начну с примера. Историю эту прочитал в одной из таких как бы методических книг одного христианского автора, и рассказывает она о такой женщине, ее зовут Кори Тен Бум. Может быть, вы смотрели фильм о ней, может быть, просто о ней читали. Это голландский такой труженик, она в свое время, во время войны, она помогла нескольким евреям, их семья, она как бы как-то спрятала евреев от нацистов. И когда это дело выяснилось, то ее и всю ее семью отправили в лагеря. Она была вместе со своей сестрой в таком лагере, и после войны она из этого лагеря вышла, а сестра нет, она умерла там. И уже после войны она ездила по разным церквям, будущие заключенные, будущие где-то вот участникам этой войны, что ли, она ездила по этим разным церквям и говорила людям о том, что Бог простил, и нам нужно прощать. Ну, в то время, послевоенное время, эти отношения между людьми не нуждались в таком слове примирения. И вот она рассказывает в одной из своих книг, рассказывает такой случай, вот в такой церкви она была, очень пламенную проповедь она говорила о том, что нужно прощать людей, принимать их, потому что их Бог принял и все такое. И в конце, когда уже все закончилось, люди подходили, благодарили, уходили, ничего не говорили. К ней подошел один человек, она его, в принципе, потом узнала. И узнала в нем вот одного из тех надзирателей, надсмотрщиков, который был в ее лагере. И он был по ту сторону колючей проволоки, по ту сторону забора. И вот она говорит, вот когда я его увидела, вот вся та боль, которая была в ней, все эти переживания, которые вот тогда, которые прошли через нее за время этих лагерей, ну как бы как-то нахлынуло, так знаете, и окатило ее как холодный пот. Этот человек, возможно, ее и не узнал, но, знаете, в лагерях люди выглядели по-другому. И вот он подходит к ней, к этой женщине, протягивает ей руку, в принципе, говорит, кем он был, кем он являлся, говорит о том, что война закончилась, и он попросил у Бога прощения, он обратился к Богу с вот этими словами покаяния, и он знает, что Бог ему все простил. Он протягивает ей руку и говорит, простите ли вы меня за это дело? И знаете, это было очень сложное решение этой женщины. Правда сложно? Очень легко стоять здесь за кафедрой, за этой или за любой другой, и отсюда вы говорите о том, что как надо много чего делать, сколько трудиться для Бога. Очень много можно рассказывать о любви Божией, о том, что вот Бог, Он такой вот добрый, Он любит всех людей. Но время от времени наступает вот такая ситуация, когда Он ставит тебя один на один с другим человеком, и нам нужно как бы наше знание о том, что Бог любит всех людей, трансформировать в знание о том, что люблю ли я какого-то одного конкретного человека. И знаете, вот нас здесь не очень много, и кому-то иногда, ну может быть, когда вы сюда только пришли, возникло такое чувство сожаления, у меня тоже в принципе где-то, вот было бы здорово, если бы нас тут было много, там 100-200 человек, например. Но когда вот такие вопросы возникают, когда Бог задает эти вопросы, Он задает их лично вам. И в вашем ответе не важно, сколько людей вокруг вас будет. 100 человек, 200, вы будете один отвечать на этот вопрос. И то, что здесь говорилось, оно тоже говорилось лично вам. А не 100 человеком в целом. И потом от того, что будет делать эти 100 человек, как вы будете решаться вопрос. Легко в зале сказать, мы там любим Бога, да? Но сложно выйти одному на сцену и покаяться перед Богом, показать свою любовь в этой молитве. Правда? Я хотел бы, как бы в заключение, я долго думал о том, что же все-таки интересного или правильного, или нужного прочитать из Библии в отношении того, о чем сегодня говорилось. Вот что бы вы, какой бы текст из Библии вы бы для себя так вот о труде прочитали? Ну, если бы вдруг бы вам дали задание, найдите текст из Библии о труде, или для того, чтобы, вот что бы вы, какой бы
как бы сюжет вы вспомнили. Можно сказать, ну, Юля, ты самая свежая из тех, кто тут сидит. И я смотрю, я отсюда вижу все глаза, ты только мои. Так вот те, какие мои, такие, какие мои глаза, такие все глаза тут, твои самые свежие. Вот, какой бы ты вот такой текст о труде бы прочитала? О труде. О труде. О, ну ты вот этот стих, хорошо. Паша. Я точно хотел такой же стих. Ну, нет. Тогда в конце своей песни «Мы в один голос» или там в одном духе, да, прославим. Кто еще об этом подумал? Можете все руку поднимать, потому что я подумал о другом тексте, его прочитаю. Я бы хотел вместе с вами вот вспомнить или напомнить вам и себе прежде всего вот историю, которая произошла на берегу Галилейского моря, надеюсь, я не ошибаюсь. Если это была бы детская Библия или Библия, где есть заголовочек этой истории, он бы звучал так. Насыщение, не насыщение, а чудесная ловля рыбы. Помните, да, что произошло? Я не буду пересказывать, мы все с вами взрослые люди, я просто прочитаю этот отрывок. Я думаю, лучше, чтобы его рассказала нам сама Библия. На самом деле, очень интересный отрывок, и после я бы хотел о нем немножко... А, вот они. Вот так буду стоять, потому что часы за столбом. Пятая глава Евангелия от Луки. В начале. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сеть. Войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону, он просил его отплыть немного от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Я пока сделаю остановку, потом дочитаем дальше. Я, когда читаю этот отрывок, вот до этого места, для меня сразу всплывает последний стих первой главы книги Библии. Бытие, первая глава, последний стих. Вот если мне... Отключи, пожалуйста, Виталий, этот стих. Этот стих мы помним хорошо. Вот последний стих первой главы книги Бытие, он звучит как... «И увидел Бог все, что Он создал, вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Как я рад, что мне не подвела память в этот момент. Ответственный момент достаточно. Вот это «И увидел Бог все, что Он создал», уже Константин об этом говорил. Вот эта вот фраза «хорошо весьма», оно настолько для нас стало далеко сегодня, правда? Куда ни посмотришь, везде какие-то проблемы. Мы вот тут сидим, нам хорошо. Мы перешли на семинар в тот зал, и там по-другому было. Там пришлось петь песни, делать зарядку, потому что если бы это не произошло, мы бы были синими весьма. И вот точно похожая ситуация была у Петра. Он тоже знал, что хорошо весьма, тем более в этой же, ну, чуть попозже, там, и создал Бог, там, и поставил Бог человека, чтобы он владычествовал. А Петр вот трудился всю ночь и ничего не поймал. Вот некий дисбаланс, да, между тем, что сказал Бог о том, что он создал, и между тем, что происходит с человеком, когда он трудится. Бог трудился, у него все хорошо, весьма человек трудится, у него иногда нет результата. Кто из вас находился, вот, или находится, может быть, в таком состоянии, когда ты трудишься, ты много усилий, а нет результата? И это не обязательно будет работа, которая, ну, на фабрике, на заводах, в полях, на огородах, где бы то ни было. Это может быть и в церкви, это может быть за кафедрой, это может быть в малой группе, вы ведете малую группу, это может быть где угодно. Вы трудитесь усердно, вы не спите ночами, а нет результата. И иногда вот думаешь, а то ли ты делаешь, а с тем ли бы Богом, ли ты Богом трудишься, которого вот тогда все было хорошо, а сегодня у тебя все плохо. Интересно вот продолжение этой истории. Начну с этого пятого стиха. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Хочу вам задать вопрос. Как вы думаете? Я так предполагаю, что вы все эту историю уже читали. И сегодня вы ее слышите как минимум какой-то раз. Может быть, 10-й, может быть, 20-й, может быть, 2-й хотя бы. Вот вопрос вам, зачем Иисус сделал это чудо?
Вариант. Чтобы испытать. Чтобы испытать. Еще. Чтобы показать, что Бог. Чтобы что? Показать, что Бог. Показать, что Он Бог. Славу и силу. Славу и силу свою. Угу. Еще вот кто-нибудь. Чтобы обрадовались. Чтобы обрадовались. Отличный ответ. Вот, наконец-то вот прозвучало. Вот. Обрадовались. То у нас как-то про радость все так тихо говорится. Тут вот правильно, громко, чтобы обрадовались. На самом деле сложно сказать почему. Я вам не скажу почему. Потому что никто не знает, что делает Бог, кроме самого Бога. Все остальное это предположение. И мы можем лишь только предположить или сказать так, ну как бы еще что-то сделать. Но это будет лишь только предположение. Однако ситуация была очень интересная. Иисус находит людей, которые что-то делали. Ну да, в Евангелии от Луки создается впечатление, что Иисус этих людей никогда раньше не видел. Но если вы читали Евангелие от Иоанна, вы знаете, что Евангелие, вернее, с Петром он уже был знаком. И то, что произошло там, это не было случайностью, когда один незнакомый учитель подходит к другому незнакомому человеку и говорит ему, ну давайте лодку туда поставишь, я к тебе зайду и буду оттуда учить. Это выглядит как будто, примерно так, как будто вы останавливаете первую попавшуюся машину и говорите, вот ты тут постой, я на крышу залезу, с нее буду сейчас вот тут людям рассказывать. Вам скажут, ты извини, но ты не прав. Вот что-то, Иисус знал этого человека, конечно же. То, что происходило, оно было, ну, таким вот, достаточно объяснимым. Но спустя какое-то время, после того, как он что-то говорил словами, спустя какое-то время, когда он просто о чем-то рассказывал, что, в принципе, было сложно проверить, и это напоминало вот историю, знаете, вот между из... Вот что легче, сказать человеку, прощаются тебе твои грехи, или сказать человеку, встань, ходи? Вот что легче? Сказать, прощаются грехи. Потому что этого никто не увидит. А если ты скажешь лежащему больному, встань, ходи, а он не встанет, тогда будет сложно. Поэтому это говорят или тем людям, кто точно знает, что он встанет, или не говорят. Вот что-то подобное произошло и здесь. После того, как что-то сказать, и говорить может быть достаточно долго, и сказать, говорить умные вещи своим ученикам, Иисус сделал для этих учеников такой вот знаковый такой момент, символ. Он попросил их сделать то, что они уже делали. Нас иногда призывают к тому, знаете, вот чтобы вот что-то изменилось, надо что-то изменить. Призывают вот к этому. Ну вот, и эта конференция, которую мы сегодня с вами слышали, надеюсь, слушали внимательно, она как бы говорит о том, что не обязательно что-то менять, чтобы что-то изменилось, я имею в виду в внешних вещах. То, что предложил сделать Иисус апостолу Петру, он ему предложил просто повторить те же самые действия, которые он делал до этого, повторить то же, что он делал всю ночь, отплыть на глубину, закинуть в сети, вытянуть эту сеть. И все, ничего больше. Ему не нужно было для этого спеть по-новому новую песню какую-то с особыми движениями. Ему не нужно было по-новому кинуть сеть, может быть, с той спиной к речке или с берега. Ничего этого не происходило. То же самое, как он трудился до этого. То же самое, как вы делали это до этого. Как вы ходите на работу, как вы приходите в церковь, слушаете проповедь. Как вы выходите на сцену и поете, если до этого вас это никак не трогало и не трогало людей. Ничего, в принципе, не нужно было изменить апостолу Петру. Единственное, что поменялось, это руководство. Если до этого апостол Петр трудился сам, потому что он так хотел, потому что к этому его побуждал голод, может быть, да? К этому его побуждала голодная где-то семья, или просто привычка, ну, склоняется к тому, что уже в конце Евангелия от Иоанна фраза «Иду ловить рыбу», она была сказана, ну, как бы по привычке, надо чем-то заниматься. Вот, то теперь, когда это сделал, вернее, когда это сказал или предложил сделать Иисус, теперь же это то же самое, но с другим руководством, но с подчинением кому-то большему, чем просто себе. Петр ответил в 5 стихе, «Но по слову твоему закину сеть». Очень интересный момент произошел после. После того, как они вытянули рыбу, мы с вами об этом не читали. Но что произошло после? Что сказал Петр? Помните?
Да, Петр сказал, выйди от меня, ибо я человек грешен. Кто ему говорил о том, кто он, какой он? Иисус говорил ему о том, какой он? Вряд ли говорил. Я не знаю, почему Петр произнес эту фразу, если честно. Наверное, вот сейчас нам, мы бы могли бы подумать о том, что, о, наверное, до этого была какая-то обличительная проповедь, и Иисус выбирал грешников, и все молчали, поэтому Иисус говорит, ну, давайте теперь будем вот так вот выбирать грешников или еще что-то. Нет, мы об этом не читаем. Но когда человек трудится вместе с Богом, тогда он по-другому видит себя. Если он трудится просто, ну, без Бога или просто для труда, он видит только себя, видит только труд и видит результат своего труда, если ему еще повезло, и он его видит. Когда человек видит, трудится с Богом, он видит другой результат труда при тех же действиях. И, что немаловажно, он видит себя самого. Видит, какой он, и видит, что он может на самом деле. Эта фраза, она говорит о том, что сам по себе Петр, он осознавал, что то, что произошло, это не его заслуга. Это не его способности, это не его усилия, что ли, это не то... Это не произошло, потому что он уже там в третьем поколении рыбак. И это озеро или море он знал и вот так вот, и вот так вот. И закрытыми глазами мог бы его, ну, рассказать, где еще водится и как это все выглядит. Он все это понимал. Заканчиваем. Хочу сказать, что на самом деле вот все, что вы сегодня слышали, без Христа, оно не будет иметь смысла. Вы можете быть христианином, но если Христа не будет в вас, тогда все это не будет иметь результата. Все это не будет иметь плода. Второй как бы, вывод, который я сделал для себя, это все-таки не всегда нужно менять вид деятельности для того, чтобы получить вот тот результат, к которому стремишься. Достаточно поменять руководство. Достаточно поменять того, чьим голосом вы будете мотивированы и направлены, и как бы вот подготовлены и все такое. Иногда этого достаточно. На примере Петра мы это увидели. И может быть было неподходящее время, потому что наверняка вы знаете о том, что тогда в Галилее трудились ночью, а не днем, якобы потому что рыба днем спит, потому что слишком жарко. Возможно, вы знали о том, что на глубине рыбу не ловят, а ловят на мелководье, потому что слишком глубоко, и как бы рыба все равно ниже, чем сети будет. Но это не важно, если у вас очень мудрое и четкое руководство. Бог это всегда тот. И третий момент, который хотелось бы сделать вывод, когда вы трудитесь с Богом, вы должны быть готовы, что у вас откроются глаза на вас самих. Когда вы трудитесь без Бога, часто видны другие люди, правда? Почему-то открывается такое, прям такие, ну я не знаю, эталонное видение, особенно христианских ценностей в других людях. Мы начинаем понимать, что тот делает не так, тот делает нечистосердечно, тот не для Бога трудится, тот еще там какие-то у него проблемы. А я, не попадая рук, все для него и без результата. Ничего-то не хватает. Ну, такое бывает. Я думаю, вам это знакомо, правда? Так вот, когда трудишься со Христом, для Христа и во имя Христа, тогда все становится на свои места. Поэтому пусть Бог вас в этом благословит. Сегодня нас немного, но вам все равно в одиночку давать ответ перед Богом, что вы для Него сделали. Вам в одиночку отвечать перед Ним там, у престола, в одиночку же и получать награду. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы все у вас было в порядке, особенно когда вы начнете работать. Работать вне церкви, работать на предприятиях. Чтобы эта работа, она наполняла вас вот тем удовольствием, которое, в принципе, было тогда у Петра, когда он тянул эту рыбу, как кто-то сказал, для того, чтобы ободриться, обрадовать, это все произошло. И чтобы, кстати, еще раз скажу два слова, а то я не ответил там на этот вопрос. Мой вариант ответа, для того, чтобы люди, которые увидели чудо, они поняли, что тот, кто говорит эти слова, он может и сделать так, как говорит. И это не пустые слова. Вот хотелось бы вам пожелать, чтобы там, где вы будете, когда вы будете говорить о мире, о любви, о понимании, чтобы это были также не пустые слова, чтобы ваши дела, ваши поступки, они были лишь только подтверждением этих слов, а не опровержением. Пусть Бог вас в этом благословит.